Эль, а зачем ты снял очки? Я же не накрасилась. Прости меня. Я все это подстроила, чтобы быть рядом с тобой. Хозяин, не слушай ее. Она хотела тебя отравить. Что? Решила нас заманить в ловушку. Что случилось? Где я? Отдай мне туфельки, и я сохраню вам жизнь. Ни за что. Нет, хозяин, держись. Хозяин! Ну что, кто тут смелый на меня одного?